Добрый вечер. Поздравляю с красивой победой. Очень важная для вас. Вы в таком напряженном матче смогли, ну, по большому счету, по счету, может быть, уверенно, но вообще вырвать победу в очень такой жесткой, грубой игре с одним из фаворитов первенства. И, в принципе, вы очень долго из-за того, что у вас было меньше игр, шли ниже по таблице, да, сейчас вклинились, наверное, в борьбу, являетесь одним из трех основных фаворитов на чемпионство. Вот, и боролись с Вердером, сегодня выиграли. За счет чего получилось это сделать в первую очередь? Ну, настраивались, во-первых, знали сильные стороны соперника, хорошо подготовились, посмотрели, как играет соперник. Большая самоотдача, сегодня не подвела реализация, все, что били, почти все залетело. Хотел бы сказать ребятам спасибо, все сегодня выложились. В общем, вклинились в зону лидеров, вот будем бороться за самые высокие места. Ясно. Что можешь сказать по поводу судейства? То есть сегодня просто было много споров и с вашей стороны, да, и с Вердера. Судейство, в принципе, и туда отнесем. Нормальное. Темное время суток, может быть, где-то недостаточно освещения. Судья тоже человек, может не увидеть, где-то ошибиться. Но в целом нормально. Судейством довольны. Ясно. Спасибо большое. Удачи в следующем туре. До свидания. С классной игрой поздравляю.